Почему я опять возвращаюсь к корпоративности? Вот даже за тот короткий период, за встречи с коллективами, за встречи с руководителем коллектива, каждое отдельное подразделение, которое приходит, или руководитель, выглядит замечательно. Развитие университета, конечно же, реализуется через развитие структурных подразделений. Но университет – это единый организм. Это вот и есть понятие корпоративности. Это и есть ваша душевная боль за свою альма-матер, за свой университет. Предлагаю совместную разработку программы развития, которая будет вывешиваться на сайт, и мы каждый должны эту программу посмотреть и примерить на себя. А где я в этой программе? А может, я что-то еще предложу в эту программу? Ну, как вы понимаете, наша глобальная задача – возвратиться в лидирующие вузы страны. Вот мы хотим стать успешным проектом области, и мы хотим выиграть в новой программе развития, о чем я говорила, которая будет объявлена летом.